вдоль узких улочек через Тибр прямиком в Колизей, наслаждаясь яркими красками Великого Рима. Попасть в солнечную Италию проще, чем думается. Достаточно всего лишь заглянуть на персональную выставку бобручанки Ларисы Босиковой. В своих живописных работах художница запечатлела самые яркие итальянские грани. Кстати, название выставки «Импреза о любви» не случайное. Импреза есть в итальянской культуре, в переводе это «жажда жизни», «успеха». А в белорусском варианте это получается встреча, это как в переводе. И мне так понравилась вот эта параллель белорусско-итальянская, прям сторона, вот прям как-то тепленько так стало. Думаю, и флаг у нас по цветовой гамме похож. И думаю, и в переводе какой-то вот успех в этом есть, успех предприятий, успех жизни, успех вот развития какой-то. И я так, да, импреза о любви, и вот что-то вот прям такая струна души такая дрогнула. Художник в душе и по жизни, говорит о себе Лариса. Уже больше 30 лет талантливая бобручанка держит в руках кисти и карандаши. Отучилась сначала в художественной школе, потом в колледже имени Ларина. Там же появилась и симпатия к прикладному искусству. Лариса начала создавать украшения из кожи, которые также представлены в выставке. Но все же живопись – увлечение жизни. Бобручанка много путешествует и из каждой поездки привозит зарисованный блокнот. Потом, руководствуясь карандашными набросками, фотографиями, и воспоминаниями, переносит задуманное на холст и делится с окружающими. Очень интересные работы, яркие. Сейчас в такую пару года не хватает такого тепла. Картины такие живые, такие радужные, такие теплые. Вот все, чего нам не хватает. Солнце, краски нашей вот такой вот вечной зимы, которая у нас уже длится очень долго. А картины потрясающие, у них такая энергетика заложена. Увидеть и оценить по достоинству работы талантливой землячки можно вплоть до 26 февраля. Желающие могут приобрести авторские произведения. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов. Бобруйск 360.